Всем привет, ребят. Ну что, поехали. Загрузилась обнова на Китайке, как обычно. Трешуем по полной, смотрим, рассматриваем, что и как у нас поменялось. Итак, давайте будем по списку. Первое расширение территории гильдии. Идем в хаб гильдии. Вуаля! И что мы имеем? Нифига себе, посмотрите, сколько нас ожидает построек. Прикольно. Вот эта локация новая, я так понял, это прокачка, 5 попыток. Давайте все рассмотрим. Интересно, интересно. В общем, посмотрим, переведем. Какая-то запись видео, 5 попыток. Посмотрим, что это такое будет. Но я смотрю, это будет новая локация, в которой будут новые плюхи. Окей. Самое интересное для меня, уменьшили стоимость камней. К сожалению, не уменьшили и новых сюда не добавили. То есть получается, мы их будем получать либо с локации, либо за донат. Хорошо, поехали дальше. Быстрый найм юнитов. Вот он. Прикольненько. Давайте сейчас быстренько всех юнитов сольем. И посмотрим, как это будет происходить. Вот так вот, смотрите, как происходит быстрый найм. Сразу 88. Прикольно. Плюс за вот это реально плюс. Дальше. Скины героев. Скин нового героя. Поехали. Скины смотрим. Вот скин нового героя есть. Вот так он выглядит без. Прикольно. Посмотрим, какое он действие. Давайте так. Дальше. Командора. Вот так теперь выглядит. И РТшка. Рыцарь тьмы тоже прикольный скин. Не знаю, как будет прорисовка, но сделан, конечно, он. Какой рыцарь тьмы? Это хранитель. Чё? Хранителя второй скин. Вот такая вот тема, ребят. В общем, такие вот дела. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Поехали посмотрим на нового героя. Кто же он все-таки будет? Так, где ты, где ты, где ты? Не понял. Ага, вот он. Так, смотрим. Такс. Вот он. Ну, что могу сказать? Прикольненько, конечно, смотрится. Так, за донат. За донат. Донатные, ребятушки. Или не донатный? Не донатный. Все, не донатный он. Успокоились. Герой не донатный. Отлично. Поехали дальше. Скины на здание. Ай, зря вышел. Скины на здание. Вот так вот будут выглядеть теперь остальные здания у нас. Ну, это мана. Хранилище золота. Интересно, интересно. Хорошо. А, мы еще не все посмотрели, там их дофига, я что-то три себе пролистал. Так, магазин и склад. Тут вам ник. Прикольненько. В общем, дораскрасили. Возможность привязки аккаунта через Telegram есть. Это есть новый уровень судьбы. Поехали. Думаю, многих будет интересовать. 86-88, не понял. А, у меня розы нету на китайке. Окей. Сейчас мы попробуем кого-то. Так, к какой судьбе относится? К зеленым. В принципе, интересно. К зеленому смотрителю относится. А, к красному, тут я говорю, к зеленому, к линейке, вот этой. В принципе, Асура, Ронин,
Можно прокачать будет его без доната, нормально. Так, давайте теперь попробуем апнуть какого-то героя. Итак, смотрим, что у нас по ресурсам идет. Камешки. Статки, я вам скажу, ну, как обычно, добавляется. Но силушка растет неплохо. Так, 55-й, 56-й, 59-й. И вуаля! Надо 6 новых камней. То есть мы можем докачать до 59-го и 4 карты. Ребята, это просто аут. 4 карты надо будет. Дофига. Реально дофига. 6 камней. Ну, они, скорее всего, будут где-то за донат выдаваться. Я не знаю. Поехали, посмотрим, насколько у нас изменится скилл. Так. Давайте на примере Минотавра посмотрим. Там будет видно количество целей и прочего. Что же у нас изменится? Не знаю, пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Ну, не знаю. Позитивного. Хотя можно докачать, как видите, но надо дофигища ресурсов. Так, 9, 10, 11, 12. Оп, плюс, видите, да? Плюсует в энергии и в этом, и в, немножко в силе. Так, хорошо, давайте на тыковке посмотрим. 12, 13. А, прибавка незначительна. Поэтому я бы не сказал, что особо там много, потратите больше ресурсов, 4% они никакой роли не сыграют. Возможно, на каких-то героях оно и будет интересно. Давайте посмотрим на Фрея. Может, что-то будет добавляться. Ну, 310. Короче, немножко урона добавится, и все. Но тут 30% урона. Остальное ничего не меняет. Ну, сила будет расти. Давайте попробуем, посмотрим. Что там у меня по ресурсам? Давайте еще разок пробежимся по какому-то герою, посмотрим, какой прирост. Давайте вот по Космо. Не по Космо, какая, в принципе, разница по ком. Давайте по Космо. Так, сколько у меня там силы? 636, 753. 753. Улучшаем. По 12. Сейчас посмотрим. Переходик был. По 4 камня. Ну, в принципе, синие кристаллы. Вот это радует, то, что я смогу на английском сервере синие кристаллы куда-то слить. Так, 753. Ну, получается 520, где-то до 300, как я и говорил. 250 до 300. То есть, в принципе, плюс 300 сил из героя, учитывая то, что у нас в алтаре 102 героя уже, это плюс 30к можно будет сделать. Неплохо. Так, что у нас здесь еще интересного? Пока, ну, тут обычно ничего наперед не добавляют. Мы быстрее видим, если будет на этой неделе на английском сервере. Дальше. Питомцы, питомцы, питомцы. Там было у нас про питомцев, что что-то будет изменено в питомцах. Ну, пока. Так, отображение. Новых скиллов не добавили, ничего не добавили. Не знаю. Интересно будет по поводу гильдийской. Надо, наверное, что-то построить. Только тогда у нас будут какие-то изменения. Так, что у нас по зданиям? Вот, вот эти здания, но мы их пока не построили еще. Не знаю, что надо будет. Ну, то есть это забор дается. То есть будет какая-то, по ходу, защита. Если есть забор, значит, будет кто-то нас атаковать. Мы будем отбиваться, по ходу. Каждый будет отбиваться, приносить какие-то очки. То есть вот это вот будет выстраиваться все.
Ну, не знаю. Давайте посмотрим хотя бы по зданиям, что у нас получается. Добавили вот раз, два, три. Какие-то таблетки, скорее всего, что 5 таблеток, 5 башен, ратуша и забор. То есть, получается, мы будем воевать против этого стража или за него. Короче, посмотрим. Это интересная тема будет. По поводу 13-го не стоит бомбить. В принципе, нормально все. Так. Новый талант у нас появился. Поехали посмотрим. А новый талант. Вот так вот он дает. О, 9-й есть. 9-й 120%. Не понял. А вот так, а ну-ка, 4200, то есть не особо много он атаки будет давать, но какие-то показатели будет увеличивать. Если 45%, скорее на 80 увеличивать 2.5 раза, 80% будет давать. Посмотрим. Так, так. В принципе, с такого все. Испытания смотрителя у нас нету пока. Давайте посмотрим, что там интересного, возможно, было по наградам. О, так, это кто набил? То есть, есть табличка. Плюхи те же самые. Вот так вот. Оно все отображается. Ну, не знаю. Посмотрим. Ну, насчет скиллов это радует. Так, добавлена оптимизация. Титул новый. Давайте посмотрим, что там у меня за титул будет. Где новый титул? Непонятно. Обещали новый титул, но его пока нет. Непонятно, что это такое. Титул или не титул. Возможно, скорее всего, увеличили количество клеточек. Это может быть. Сейчас мы посмотрим. Не показывает. Так, ладно. Так. Ну, короче, такое вот. Пишите в комменты, лайки, репостики, как обычно. И ждите уже роллинга. Всем удачи, всем пока.